сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит таксик маленький с морщинками на лбу. Послушайте, бульдог, бульдог, сказал незваный гость, позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость. Рычит бульдог на таксика, не да вам ничего. Бежит бульдог за таксиком, а таксика от него. И цепь стучит вокруг столба стучит. Теперь бульдогу косточку не взять уже никак. А таксик, взявший косточку, сказал бульдогу так: пора мне на свидание, уж 8 без 5. Как поздно, до свидания, сидите на цепи.